Почему никто не соблюдает правила дорожного движения? Очень просто, потому что дорожные знаки, они безэмоциональны, они сухоинформативны, они не действуют на человека. Что должен представлять из себя дорожный знак, чтобы он на него реагировал? Это должен быть экран, на котором человеческое лицо орет: «Чувак, это пиздец! Вчера какой-то конь превысил 30, он вылетел с трассы! Его размотало по оврагу! Куски мозгов валяются прямо здесь, смотри! Хочешь так же, да? Хочешь так же? Не зли меня! Не превышай 30, пиздюк! А то будешь валяться там же!» Вот тогда правила дорожного движения будут соблюдать. Рок-н-ролл.